По статье 407 «Пропаганда войны» Уголовного кодекса в отношении журналистов «Кактус Медиа» было возбуждено уголовное дело. Я изучил этот вопрос, с международной практики изучил, как в других странах происходит. Статья была перепечатана из средств массовой информации зарубежных стран. И потом эта статья еще удалена. И все равно журналистов приглашают в прокуратуру, заставляют быть свидетелями. Я считаю, что здесь могли бы отделаться предостережением, предписанием, но никак возбуждением уголовного дела. За перепечатку в международной практике не возбуждают уголовное дело. За перепечатку из средств массовой информации. У меня большая просьба к вам довести это до президента, пусть Садыр Нургужевич сам возьмет под контроль это дело, изучит. Тем более там нужна экспертиза лингвистов, других экспертов. Ну, там никак не натягивается на уголовное дело.